О, слава тебе! Я очень люблю сладкое, и мне от него очень сложно отказаться. Давай не будем об этом говорить. А как я могу говорить о том, чего я не понимаю? Я закончила училище в городе Сочи, потом я поступила в Щепку, потом сейчас еще Академию Никиты Сергеевича Михалкова. Ну, в общем, я люблю учиться, правда. Очень. Здравствуйте. Меня зовут Андрусенко Аня. Какая я? Сложно себе говорить, какая я. Но то, что вредно, это точно. Мы когда снимали на площадке, он постоянно мне говорил одну и ту же фразу: чувствуй, чувствуй, чувствуй. Я говорю, что мне сейчас, вот как мне, что мне сейчас играть? Он говорит, чувствуй. И в какой-то момент мне его просто уже убить хотелось. Что чувствуй, что чувствуй? Я не понимала. Я говорю, чувствуй, чувствуй, что чувствуй? А в итоге, мне кажется, это очень важно. Чувствуй, чувствуй. В этом чувствуй, это очень много заключено на самом деле. Была девочка, я играла из этого, из детского дома она, у нее, в общем, мама умерла, а папа, он турок, он в Турции оказался, что он жив, и он в Турции. Ой, цель развития, прежде всего. Без развития никуда. Я эгоист? А, я думаю, отчасти, конечно, я эгоист. Так каждый день чего-то побаиваюсь. Но тут же борюсь с этим. Очень я люблю есть. Курица запеченная. Ну, курица. Картошка жареная. Тоже. Капуста квашеная. Да тут друзей надо спросить. Я у них не спрашивала, какая в ваших глазах, друзья? Зануда. Так подойдет? Какая-то зануда. Так. Хотя я так не считаю.